Доброго времени суток, уважаемые подписчики канала ТВ Маэстро. Здравствуйте, гости. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Лайкосы, комментарии, как всегда, по старой схеме. Ну и по старой схеме наш Завеловский вокзал. Знаменитейший, любимейший. Время сверяем. Число какое у нас сегодня? 26 июля. Дожди в Москве. Залили, душно, парит. Ну, такое ощущение, что будет еще все продолжаться неоднократно. А девчонкам пофигу. Они ходят в платьюшках, в юбочках. Ну, в принципе, мужикам тоже. Так, мы что? Мы идем к Сашке, к бомжику. Вот, зачем? В очередной раз он собирается в путешествие сказочное. Вот-ти-пути-пути-рути. Сказочное путешествие собирается он. Вот. И завтра мы его проводим. Завтра я здесь по делам. В банки завтра пойду. Пойду завтра в банки пробовать другой банк. Все расскажу подробно для начинающих блогеров, ну и для блогеров, которые не знают. Пока сам ничего не знаю, но завтра все узнаю по поводу того, что раньше работали с Тиньковым. Тиньков начал там крупные бабки грести, вот, за переводы. Значит, потом нашли вот Райффайзенбанк. Райффайзенбанк с нами поработал где-то полгода, может быть, чуть больше. И то же самое началось. Вот я вам говорил, что я получил 75 долларов. На самом деле мне пришло 161 с копейками. Представляете, да? То есть более половины суммы забрал банк. Вот, чтобы этого не происходило, нашли вроде бы другое место, но еще все узнаем, и тогда подробно об этом все расскажу. В следующих видосах смотрите обязательно или в трансляциях. Просматривайте шорцы, друзья. Ну, стараюсь, что-то делаю, играю на гитарке. Сегодняшний шортик, блин, не зашел, обидно. А получилось довольно-таки хорошо. Несколько раз прослушал сам себя. Ну, есть косячки там в исполнении. Но если взять с точки зрения, что экспромтом без подготовки, я думаю, что на 3 с плюсом спел. Ну и вы оцените, пожалуйста, данную композицию. Хотел ее продвинуть в Одноклассниках за деньги. Представляете, Одноклассники даже в таком исполнении видят авторские права. То есть я написал, что это кавер-версия. Специально в первом куплете переставил слова. Соответственно, мелодия чуть-чуть отличается. Аккорды, естественно, отличаются от оригинала. И все равно Одноклассники видят в этом авторское право. Не дали мне продвинуть видос. Ну и бог с ними. Вот. И сейчас мы пойдем к Сане. Что там он просил, как всегда, червяков купить. И завтра, значит, проводим его. Может быть, сейчас билет пойдем купим с ним. Вот. Вдруг я не успею к заданному времени. Сейчас посмотрим по интернету, во сколько там паровоз. Я уже забыл. 9.30 с чем-то вроде. Или 8.30 с чем-то. По-моему, в 9.30 с чем-то. Вот. Куплю ему билет и пусть газует, отдыхает. Ну, правда, я не знаю, как отдыхать с такой погодой. Ну, короче, вот так. Почти я дошел. И смотрите, на 5 минут наговорил. Практически ни одной секунды не молчал. Ну, молодец. Ай, какой я молодец. Ёбаный случай. Похвалите меня, пожалуйста, ребят, мне этого очень не хватает. Так, все, ищем Санька. Так, ну а мы между тем звоним
Сашку Пиратику. Где он? Санечка? Где? В какой пивной? На работе где? Ну чё, как пивная это называется? Как? Пиво, да? На работе. А, я вот тебя вижу, Сашок. Сейчас я к тебе иду. Вот и тетерю. Твой подписчик. Здрасте, спасибо. Твой подписчик. Спасибо огромное. Так, чего? Кто? Передавай подписчикам привет. Кто там? Кто там по тебе соскучился? Привет всем. Как у вас? Что, сигареты есть? Есть. Есть. Так. А, вина я тебе не купил. Ну сейчас схожу, да. Сашок, виноват, не, забыл. Я сам. А, сам. Не, можешь с тобой? Я вот понял. Подарки ваши. Я понял. Бля, Саня. Ну извини, мышка беспроводная, она мышка. Рабочая, вот мышка. Ага. А что охуенно? Так. У тебя компьютер есть? Ебучий парламент, блядь. О, видишь, работает. Ага. Вот так вот. А это... Да, но к ней еще должна быть хуйнюшечка. Ну ладно, разберусь, Сашок. Да. Ладно, спасибо. А это что за рюкзак? А давай под крышу зайдем, дождь начался. Да. Это будешь бедолаг брить. Ага. Бедолаг. Машинка. Меня будешь брить на раз. Да. Я этими вещами не умею пользоваться. Я понял, заряжу, посмотрим. Я не умею этими вещами пользоваться. Я люблю брить. У меня бритвы пока есть. Я понял. Постричь. Ты меня подвигаешь этой машинкой. Тихо, блядь, не разбей подарок нахуй. Да. Вот. Посиди, ага. Идем. А, нет, сейчас дождь. Да тоже как... не особый дождь. Че, будь здесь, а я дойду. Че ты будешь туда сюда мотаться? Я с тобой хочу прогуляться. А, ну пошли, пошли. Я нечего делать, нечего. Пошли, пошли, пошли. Меня выгоняешь. Да не, не выгоняю. Ну, я думал, может, тебе тяжело ходить. Нет. У меня сейчас, ребята, просто перед твоим приездом пивом угостили. Ага. Они верят, что я весь не теку. Ну, похмелье. Сколько выпил пива? Бутылочку. Я понял. Так. Конфетами закусил. Конфетами закусил? Хуя себе. А да. Это? Вот вам на дорогу тоже. У меня их много. Раки. Обычно пиздят в карман, с карманов, а тут кладут в карманы. Да. Черти что на Савеловском происходит. Да. Ну слушай, может быть это... Ты не помнишь, во сколько мы ездили в прошлый раз? В 9.30 с чем-то, да? Или в 10.30 с чем-то? Не помнишь, да? Но мы сейчас посмотрим по интернету. Может быть это... мы сейчас купим билет. Вдруг я завтра не успею приехать. Понял? Ну я не могу сейчас. Прям не главное, что билет на руках. Ну да, мы сейчас купим билет. И... А я остальное сам справлюсь. Ты же знаешь. Да. Так, что, какие новости на вокзале? На вокзале новости такие. Зонтик вчера был. Ага. Я ему сказал, где ты встречаешься? Он говорит, как обычно, по всей Москве. А. Вот. А Бульбаша с беззубом не видать? Никого. Никого вообще не видать. Чисто. Никого. Мне менты каждый спрашивают, где все там? А. Соскучились нет. По бомжам, были. Ебаный, а почему брат. Ты один? Я говорю, а что мне кого, кота? Привезти своего. Кстати, Сань. А. Я его заснял на телефон. Ага. Но не на это. Ты мне деньги кинул? На телефон? Нет. Мне денег ноль. Нет, ну сейчас разберемся, Сань. 300 рублей мне Наташа с МТС кидал. Ага. Вот. Сейчас разберемся. Чтобы
до тебя тут звонить. Ну, ты знаешь, красивые. Да я собирался все равно. Я же тебе сказал, что я сегодня приеду. Ты не помнишь? Помню. Ну. Нет, ясно, я готов. У меня уже все есть для такой погоды. Угу. А ну что, знаешь, почему, Сань? Со следующей недели солнышко. Солнышко будет, да? Так, где? Здесь пойдем. Солнышко, это хорошо. Я всю погоду знаю. Я пусть так тут машины. По площади пойдем. Не люблю я эти машины. А где мышка беспроводная машина? Ага. И даже на полу можешь. Хоть где-то, мам. Да это понятно, Сашок, но к ней еще должна быть штучка такая маленькая. Не знаю, но это я в них не понимаю. Они, может, закодированные, не закодированные, я не знаю. Раз, я в них не понимаю. Я понял. Я что тебе, блядь, юрист, что ли? Юрист? Блядь, Сань, по бездорожью. Нормально. Вон, зеленый наш пошли. Зеленый... Красный наш, зеленый общий. Да. Блять, дождик начался. Убираю камеру. Выпадает. Блин. Я сразу вот. Дождичек. Все спрятались под козырьком. А там у него козырь 1100 рублей под 500. Боже мой. Наоборот, 500 рублей по 100. Да, а пиром его, блядь, его. Ну да, вот. Кто ебальником не щелкает, да, по дороге, да? Да. Тот зарабатывает. Все верно. Так, ну что, пойдем. Более-менее закончилось. Идем в наш любимый Бристоль. Никого не видно, никого не слышно. Все с Савеловской свалили. Железо, у меня все готово. У меня там, я же неделю там был. У меня база там уже готова, крыша есть. Угу. На базе. Сейчас я по интернету посмотрю, во сколько. Вот, билет купим. И вдруг я зад не успею подъехать. Я могу один справить, ты же знаешь. Угу, угу. Учёток, я один справлю. А там я, ты мне главное деньги брось на телефон. Угу. Сотню. Угу. А когда приеду уже за акулой, я тебе перезвоню. Хорошо. Иначе еще надо. Чего? Блядь. На выброс. Ходил 2 дня подряд. Мясо нихуя сырое не выкидывает. А мне надо для чего? Для чего? Ну, черви кончатся. Да, блядь, сырое. Там голубя какого-нибудь найдешь, нахуй. Мышку, хуишку. Мышку, там, или рыбку поймаешь такую же. Рыбку поймаешь, ну, одну, да, испортишь. Не соли ее. Да, я знаю. Ну а может еще. Нет, может, парень, еще и найдешь сегодня. Нет, сам сегодня там может. Может. А так сам. Может, он, блядь. У меня, блядь. Маленькая рыбка, а у нее лещи и отпускает. И вот ты что пришел сюда, блядь? Удовольствие ловить. А-а-а. Какое удовольствие? Не отдай хоть одну рыбину, блядь. Ты выкинь вот таких лещей. А-а-а. Поймал, отпускает.
Ну, блядь. Ёб, ты чё, козёл? Отдай мне! Я уже ему вот так сказал. Глаза сами. А чё, он нихуя себе рыбину поймал и отпускаю. Палкой бы его какой-нибудь. Её жрать надо. Ну да. А он её отпускал. Я удовольствие ловлю от этого. Какое удовольствие. Давай скажи, я тебе доставлю удовольствие. Да. Во, правильно. Я охуеваю. Это значит, что на Волге местные, они ловят рыбу, ага, для удовольствия. Охуеть. Считаю. Ошалели совсем. От жары, наверное, Сань. Крыша едет. Я не то, что ошалели. Вот они, Бристоль построится. Да. Одну такую и одну такую. Две собрался, брат? Сань. Вот, блин. Заебал своим компотом. Пошли. Нормально. Бристоль, уважайте меня. А Иришка, мартышка, что, паркеты? Зоопарки. Пошла в зоопарке. Иришка, мартышка. Я просто не знаю, как билет покупать. Ты это умеешь, а я это не умею. Сейчас сообразим, Саня. Ты только не дыши на меня, ебнуть, а то я запьянею нахуй. Нормально. У меня вот что есть для этого. А, ты перельешь? Да. А это деревяшка. Доброе утро. Или вечер. Пойдем. А эту не будешь сами брать? Я это не пью. Все правильно, пошли. Я не пью, сам ты знаешь. Я пью вот мою любимую Волгу. Ага, это ага. Вот. Много его. Я понял. А ты по радио слышал вот за это? Что там? Вот эти коровы. И что говорят? Вообще вот за это. Что говорят? Вчера по радио. Сказали, вот этой продукции больше не будет. Угу. Не будут продавать. Шмурдяк. Вот это, вот это. Почему не будут продавать? Плохое? Откуда я? Не, хотя, чтобы Россия... Бросила пить. Алкоголь снижают. А, сухой закон. Да. Я понял. Ну, как в СССР делали. Я понял. Ну, мы самогонки нагоним, да? Откуда ты все знаешь? Или одеколончику ебнем. А ты откуда все знаешь? Не, я тебе серьезно говорю, по радио там сказали, вчера слушал. Угу. Я охуел, я думаю, ох, твоя мама, а что я буду пить? Придется брагу ставить. Знать, самогон будет. Да. Браво, пойдем там вот по-тихому, Сань. Пойдем, да. Заебал этот шум. Да. Никого на нашей полянке нету. Нет. Уже знаешь сколько? Неделю никого. Ну да. Нигде меня. Вот. Я видел Колю Лысого, эту девушку, как ее зовут. Ивонная. Ну, она не его, а... Ну, короче, вместе тусуются. Да.
Че, Сашок? Наркоманы, они у меня на рынке были вот эти трое. Наркоманы, они это, в нож хуели. Я понял. Они на рынке втроем чуть не подрали. Там охранник, они увидели, как они не стали дружить, не драться. Так, дядя, ты куда? А меня на подиум заберешь? Я тоже туда. А нам в наушниках, Сань, не слышишь ничего. Да я им ухо сказал. А мне вчера бабу начал сказать. Че? Завтра. Что завтра? На подиум заберу. А, тебя? Да. Я понял. Я говорю, а я уеду. Счастливого пути. Много там платят, Сань? На подиуме? Да. Это все зависит от его, от ее кошелька. А, от ее кошелька. Сколько влезет в меня? Да. Я понял. Блядь, ну это я бы кошелек большой принес бы. И сколько ты ей гущенки дашь? Все зависит от гущенки. Я говорю, девочки, на гущенки много. Он говорит, завтра все будет. И вот завтра, для меня кормят мужиков. Я говорю, я уже завтра сытый, когда ужин будет. Да. Когда ко сну готовиться будем, да? Да. И ветер, уважаемые подписчики, если ветер в харю, я не виноват. А много подписчиков? Да. 13600 почти, Саша. Вай. Отти-пути, тратюрюти. Какая красота. Так. Билет, да? Посмотреть. Во сколько? Ну, сначала интернет. Да. Где? Расписание электричек. Савеловская, Большая Волга. Так, завтра. Так. А по Волоке посмотреть? Санек, есть вот, смотри. В 7:32. Пол восьмого, короче. Ну на погоду на это посмотрите. Чего, погоду? Сначала, да. На это время. Блядь, да дойдешь тебе, хуль тут тебе, нахуй тебе погода нужна. Короче, или в 7:32, или в 8:17. Если на 7:32 не успеешь, то через 45 минут следующее. А потом только в 12:48, почти в час дня. Да, вот. Или в 7:32, или в 8:17 езжай. Давай вот в 7. Я рано. Ну, не, билет-то он и на ту, и на ту. Понял? Ну, хорошо. А во сколько ты успеешь? Короче, пол восьмого ты уже должен быть на платформе. Ага, понял. Да. Утро. Да, или в 8:17, следующее. Все, понял. Сейчас мы берем билет до Большой Волги. Тудой. Ничего не видно, блядь, суки. Другая станция. Дубна, далее. Так, выбрать дату. Записать на карту, нет. Выбрать дату.
Так, 26 сегодня, да? Да. 27 четверг. 27 четверг. Один. Записывать не надо. Так, купить. Купить бумажный билет. Ну что за твою мать? Оплата банковской картой. Так. Ага. Соединение. Разъединение. Все. Сашок, да, чтоб не промок он у тебя. Да. Не промок и не потеряй. Не забудь. 7.32 или 8.17. Ага. Завтра. Да. Если я успею, успею. Ну, вряд ли успею. Ну, Сань, мне 100 рублей только не забудь закинуть. А, и на телефон тебе сейчас закинь. Стой. Я с тобой туда не пойду. Ага. Ты можешь даже ебануть по переходу, чтобы дождик тебя не накрыл. Так. А, подписчики, поеду за акулой, за русалками. Так, оплатить мобильную связь. Саня пират. Так. Сколько, говоришь, 100 рублей? Да. Ну давай 200 кину. Ну давай. Так, оплатить. 200 рубасов. Чинкс. Все, Сашок, сейчас прилетит. Сейчас прилетит. Так, ну что еще? Телефон оплачен, билет куплен. Ну вот. Хорошо, подписчикам всем привет. Слышишь, смотри. Да. Не задохнись, а то русалок буду ловить на Волге. И слушайте. Вина купили, билет купили, телефон оплатили. Да. Все, да. Сашочек, что, иди на работу, что там да. Делай, собирай шмотки, ага. Не опаздывай, 7.32, пол восьмого. Все, всем подписчикам привет, да. Дай Бог здоровья всем, подписывайтесь. Вау! Вау, а этому в пиве какой, пивом торгует, привет передай от нас. Да. Не помню, не знаешь, как его зовут? Антон. Антон? Да. Ага. Смотрит, Антохе, да, подписчику привет из пивного ларька, где Санек наш загорает периодически. Он хороший человек. Да. Я пиво мне раз вручает. Он все. Хороший человек. Спасибо ему. Дай ему Бог здоровья. Смотрите, подписывайтесь. Чем больше, тем лучше. Да, не всем стесняйтесь. Да, не стесняйтесь. Как приеду. Про карточку Санька не забывайте тоже. Да. Банковскую. А то я по нулям. По нулям. Все. Выручим, Санек, если что. Все. Ждите меня на Волге. Все, давай, оттуда звони нам. Короче, да, будем созваниваться. Вопросы, ответы вам. А ко мне вопросы. Давай, давай. Такая миссия у нас была сегодня, друзья. Ваши комментарии, ваши мнения, предложения, вопросы, недовольство выражаете свое. Уважаемые хейтеры, подключайтесь, дизлайки нам очень нужны, движение на канале, создавайте, муть создавайте, рекламируйте меня на всяких лидер-каналах, вот, пусть будет так, а мы с этого выжмем
все плюсы, которые только возможно. Все, уважаемые зрители, спасибо за просмотр. С вас подписочки, лайки, комментарии. С меня интересные видосы. Ну и, может быть, мы сегодня вечером встретимся в эфире. Не знаю, как у меня сложится сегодня день. Всем добра, здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Всех обнял, как всегда. Девчонок расцеловал. Побежал дальше по делам. Пока-пока. Канал ТВ Маэстро. На связи. До встречи. Я вышел ростом и весом. Спасибо матери с отцом. Людьми в ладу не понукал, не помыкал. Прямым ходил, спины не гнул. И жил, как жил, и усы не дул. И голове своими руками помогал. Продержал и пришел домой. Уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить и не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал. И за Урал машины стал перегонять. Дорога от дороги масс, который по уши угас. В обиде тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед. А он зубами танец саблями стучит.